Еще бы этим малышам не пританцовывать. У них же не жизнь, а сплошная сказка. Чего только стоит музыкальный зал, в котором они каждый день занимаются. Настоящий дворец. А сотворили его своими руками работники садика. Они и из банальных, казалось бы, раздевалок тоже делают шедевры. Комната со шкафчиками в каждой группе оформлена на свой манер. Мы сделали вот такую сказочную раздевалку по народным сказкам. Вот по сказке, по щучьему велению. Здесь у нас печка. Емеля лежит на печке, отдыхает, ждет своей очереди. В коридорах картинные галереи и виды на подводный мир. А пройдешь по лестницам, словно целый мультфильм посмотрел. Превращать учреждение в территорию сказки его сотрудники начали примерно за год до открытия. Пока строители завершали свои работы, здание восстанавливали после 15-летнего простоя, воспитатели рукодельничали. Мы могли творить. Мы могли придумывать, на это было время, на это было желание, потому что мы хотели открыть детский сад и хотели, чтобы он был в радость детям, родителям и, безусловно, в радость самим нам, потому что нам здесь жить, нам работать. Впрочем, еще больше здесь гордятся образовательной программой и оборудованием. Сенсорная комната, которую все дети называют волшебной, дает ощутимые результаты. Только вот попасть в загадочный мир могут не все воспитанники. Показана эта комната деткам тревожным, синдромом гиперактивности. Детки замкнутые, где-то застенчивые. Очень много у нас детей с речевой патологией сейчас. Потому что действительно даже у неговорящих детей оборудование сенсорной комнаты вызывает звуковую активность, то есть положительные эмоции. Развивать речь, приучать к физкультуре, знакомить с компьютером, ставить настоящие научные опыты и с удовольствием танцевать. Такие вот задачи ежедневно стоят перед работниками детского сада «Фантазия». Все дефектологи, хореографы и прочие узкие специалисты здесь штатные. А у каждого малыша из всего разнообразия занятий обязательно есть свое любимое. Занятия всякие сложные люблю, это которые трудные, их не могут сделать. Ну, трудно. А ты можешь их сделать? Ну, могу, если правильно, если посмотрю. Могу снежинки сделать. Могу нарисовать самолет, вертолет, белку. За 5 лет существования садик уже успел прирасти новыми помещениями и дополнительными группами. В ближайшем будущем в нем оформят еще одну лестницу, на сей раз в стиле китайского фольклора. В общем, оправдывать свое название уникальный Благовещенский детский сад продолжит. Анна Шадрина, Александр Матвеев, программа «Город».